Канада меняет отношение к мигрантам. Власти страны Кленового Листа решили повысить квоту на прием иностранных граждан. Причина – падения рождаемости и увеличение числа канадцев пенсионного возраста. К 2035 году на заслуженный отдых здесь отправится 5 миллионов человек. Уже в будущем году Канада намерена принять 310 тысяч мигрантов. Об этом сообщил министр по вопросам миграции Ахмед Хусейн. По его словам, миграция – это большой инструмент для усиления экономики и улучшения демографии. К 2020 году в Канаде ждут уже 340 тысяч граждан из других государств. В целом за три года Канада примет почти миллион мигрантов, что составит около 3% от общего числа населения страны. Власти рассчитывают, что большинство вновь прибывших мигрантов будут задействованы в промышленном секторе, который остро нуждается в рабочей силе, особенно в квалифицированных рабочих. Традиционно в Канаду приезжают беженцы из стран Ближнего Востока, Азии, Африки и Восточной Европы, в том числе из России, Украины и Белоруссии.